Всем привет! На связи команда Syscalp. И в сегодняшнем видео мы расскажем вам, как подключить Syscalp к Tiger Broker. Для этого необходимо создать аккаунт в Tiger Broker. С помощью нашей реферальной ссылки, ссылка будет в описании под видео, переходим в Tiger Broker. Процесс регистрации довольно простой. После у вас откроется ваш личный кабинет, где мы будем создавать наши API-ключи для подключения. В Tiger Broker доступны такие подключения, как Tiger Binance Spot, Binance бессрочные фьючерсы, Bybit единый торговый аккаунт и OKX бессрочные фьючерсы. Пользователи Tiger Broker получают кэшбэк и скидки на торговые комиссии. Кэшбэк 35% на Binance, кэшбэк 30% на OKX и скидку до 82% на Bybit. В личном кабинете Tiger Broker выбираем необходимую нам биржу. Мы с вами будем создавать ключи на примере биржи Binance. В принципе, создание ключей на OKX и Bybit ничем не отличаются. Кроме что на OKX необходимо будет придумать еще нашу пасс-фразу. После этого переходим в API. Новый API-ключ. Задаем название нашему API-ключу и также устанавливаем галочку «Право на торговлю». Далее вводим наш код безопасности и нажимаем «Создать API-ключ». Как мы видим, процесс создания очень простой. Далее копируем наши ключи, переходим в Syscalp, в настройки, подключение и ищем в списке подключения необходимое нам Tiger Broker. Если в основном списке его нету, нажимаем «Добавить подключение». И так как мы создали подключение для Tiger Binance, ищем в списке Tiger Binance. У нас есть спот и бессрочные фьючерсы. Покажем на примере бессрочных фьючерсов. Кликаем по выбранному подключению. У нас сразу открывается окно. И вводим наши ключи API Key и API Secret. Убедитесь, что галочка «Только просмотр» у вас отключена. И далее нажимаем ОК. Иконка подключения загорелась зеленым цветом, значит подключение у нас активно. Давайте проверим наш баланс. Как мы видим, подключение Tiger Binance бессрочные фьючерсы активно и нам доступен наш баланс, значит подключение корректно. После этого кликаем на название инструмента, выбираем наше подключение Tiger Binance бессрочные фьючерсы и здесь выбираем необходимый нам инструмент. Теперь мы можем начинать торговлю. Для этого необходимо настроить наши рабочие объемы либо в лотах, либо в долларах. Установлю минимальный рабочий объем 6 долларов. И левая кнопка мыши в зону покупателей выставляет лимитную заявку на покупку. Правая кнопка мыши в зоне продавцов выставляет лимитную заявку на продажу. Также мы можем зайти в позицию по рынку, кликнув левую кнопку мыши на покупку в зоне продавцов. Тем самым мы открыли нашу позицию в лонг, то есть покупка. Чтобы закрыть нашу позицию, мы можем отправить команду «Закрыть позицию по рынку» с помощью горячей клавиши D по умолчанию. Для этого курсор мыши должен находиться на стакане и нажимаем клавишу. У нас отправилась заявка на закрытие, позиция наша закрыта. На этом все. Мы создали аккаунт в Tiger Broker, создали ключи для бессрочных фьючерсов и совершили нашу первую сделку через Tiger Broker. Всем удачной торговли, всем профита!